Вы даже не представляете себе, насколько экстремальные температуры встречаются на нашей планете. В этих местах горячая вода может запросто замерзнуть на лету, а течение реки в жару похоже на жидкую сметану. В южном полушарии регион с наиболее низкой температурой или полюс холода в настоящее время находится в Антарктиде, на российской, бывшей советской, антарктической станции «Восток». 21 июля 1983 года на этой станции была зафиксирована температура минус 89,2 градуса Цельсия. Это самая низкая естественная температура, когда-либо зарегистрированная с помощью термометра на Земле. В последующие годы со спутников в Антарктиде фиксировались и более низкие температуры. Минус 93,2 градуса Цельсия зафиксировано 10 августа 2010 года. А в 2018 году было заявлено о том, что при анализе спутниковых измерений зафиксирована рекордно низкая температура на поверхности Земли минус 98,6 градусов по Цельсию. На северный полюс холода претендуют два населенных пункта Якутии – город Верхоянск и село Аймякон. 15 января 1885 года Сергей Ковалик зарегистрировал в Верхоянске температуру минус 67,8 градуса Цельсия. 6 февраля 1933 года на метеостанции Аймякона была зафиксирована температура минус 67,7 градуса Цельсия. Метеостанция находится в долине между Аймяконом и Тамтором. При таких низких температурах очень эффектно выглядит фейерверк из горячей воды, которая моментально замерзает на лету. Верхоянск и Оймякон – это два самых холодных, постоянно обитаемых места на Земле. Кроме них, в качестве северного полюса холода иногда рассматривают гору Логан в Канаде, где в мае 1991 года была зафиксирована температура минус 77,5 градусов Цельсия. Однако точка фиксации температуры лежит на высоте почти 6 километров. 23 сентября 2020 года Всемирная метеорологическая организация признала температуру минус 69,6 градуса Цельсия, зарегистрированную на автоматической метеорологической станции в Гренландии 22 декабря 1991 года, самой низкой из когда-либо зарегистрированных в северном полушарии. Самое жаркое место на Земле находится в пустыне Деш-Телут на востоке Ирана. Название пустыни происходит от персидского «дешт» – степь равнина, и «лут» – песчаная пустыня, безводное место. Деш-Телут – царство невыразимого пекла. По данным спутникового мониторинга яркостной температуры поверхности Земли, здесь в 2005 году был зафиксирован абсолютный максимум температуры на Земле – плюс 70,7 градусов Цельсия. По пустыне протекает река Шур, не пересыхающая даже в засушливые годы. Плотность воды настолько высока, что по берегам не растет ни одно растение. Вода в этой реке является самой соленой водой в мире. В некоторых местах течение реки похоже на жидкую сметану. Пустыня изобилует гигантскими скальными образованиями, одними из самых высоких песчаных дюн в мире, соляными равнинами, карстовыми провалами, забытыми замками и дружелюбными волками, которые бродят по окрестностям ночью. Деш-Телут – место, где образовались самые высокие на Земле до 80 метров ярданги, формы выветривания в виде параллельных гряд, а барханные пески высотой достигают 300 метров. А какой климат является комфортным для вас? Напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях к видео. И если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал. Пока-пока!